все-таки не козу получаешь, а жену. И какую? Студентка, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов. Да что смешно торговаться? Вам кого? Лучший жених района предлагает свою руку и сердце. Ты можешь не есть, ты можешь не пить, ты можешь молчать. Все равно это тебе не поможет. Вот это другое дело. Лефота. Лепота. Вот ты думаешь, это мне дали 15 соток? Это нам дали 15 соток. А для чего? Чтобы ты вел среди меня разъяснительную работу, а я рос над собой. Спирт? А компот? Компот. Машина, зверь, слушай. Один Аллах ведает, куда девается искра у этого недостойного выродка в славной семье двигателей внутреннего изгорания. Да сохнет его карбюратор во веки веков! Ты по что боярыню обидел, смерть? А, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно несерьезное отношение к браку. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. Значит так, жених согласен, родственники тоже, а вот невеста. Аркадий Райкович, женщина, друг, человек. Я требую продолжения банкета. Лепота. А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось.